Всем здравствуйте. Праздники уже прошли. А сегодня я ехал на машине, увидел кукурузу. И что-то сладкое. Вот так надо пробовать, кстати, кукурузу. Молодая она, так сразу отходит. Ну что-то мне захотелось кукурузу. Есть один способ. Я помню, бабка моя делала, что ли. Сейчас я вот хочу проверить. На молоке она делала. Я всегда удивлялся, почему у нас вот кукуруза, как в Дубае, не получается. Такая сладенькая. Значит, смотрите, кукурузу я разломал, но это слишком большая. У меня есть другая посуда. Вот эту взять, что ли? Ну ладно, чтобы вам видно было, я пока, короче, это я все в большой кастрюлю отварю. Самое главное, кукурузу надо заливать кипятком. Заливать кипятком. Одна столовая ложка сахара. Все. И пол-литра молока. И теперь сверху, надо положить тарелку. Ну, давайте вот так, чтобы она полностью ее закрывала. И варить надо 20-25 минут, не больше. И получится все шикарно. Сейчас я отварю и посмотрим, что получится. Самое главное, не забудьте, что соль ложить не надо. Соль — это когда уже отварится. Прошло 25 минут. Ну, надо же как положено тогда есть ее, да? Попробуем. Ага. Сливочным маслом. Так. Ух, горячий. Немножко соли. Ага, тихо, приятного аппетита. Бабушка была права. Вкусненько получилось. Приятного аппетита. Горячая. Пока-пока.